Здравствуйте, это игра Клондайк, это ВК, и сегодня мы идем в гости. Мы идем в гости на 67 уровень, НАТО 66. Ну что ж, заходи на чаек. А таки зашли. Есть торговец, торговец отдыхает, верх еще не покупался, но зато смотрите, какая красота. Все везде расчищено, чистить больше нечего. Стоят яблочки, игрушки. Рви, кушай вкусняшку. Расчищена мельница уже есть. Песня расчищена. Стоит уже полурсайт подарок. Подарки постепенно. Ой, какая красота. А я не ставила. Место занимать не захотела. Обратите внимание, вигвам не мой тени тоже есть. Ну, процесс идет, процесс движется. Причем движется для 67 уровня довольно-таки неплохо. Наем правильный, наем хороший. Да, кожи мало, но еще все впереди. Хотя, может быть, она еще где-то стоит. Я смотрю, как иногда разбрасывают и там, и сям, как говорится. Есть улучшенные. Птички несут яички. Смотрите, крупное производство тоже вполне строится. Это очень-очень радует. Ну, и у человека есть чувство юмора. Все красиво, все организовано. Сердце. У нас есть тут даже сердце. Красивое. Птички. Ой, кролики. Это красота. В общем, места хватает и для построек, и для украшений, и много места для кролей. Хорошая ферма. Да, конечно, что надо еще дальше развивать большие производства, ставить их больше, в большом объеме. Но подождите, начало положено, и это уже радует. По крайней мере, есть уже начало несколько металлургий, что можно плясать дальше и ставить их 5-7. Вот только я вот не обнаружила, или я была очень-очень невнимательная. Молочник ищу, очень ищу молочник. Наверное, нашла. Ну, пока только один. Ну, хотя, в принципе, пока еще производство развивается, может, одного еще и хватает. Потому что пекарень еще мало. Когда будет больше пекарень, то, конечно, один молочник, это будет, ну, прям вообще ни о чем. Сейчас пока, да. Сейчас мы докупляем себе еще кожу, ставим, увеличиваем производство, чтобы было много-много корма для животных и заготовочек для ягод и всего такого прочего. А вообще ферма очень даже красивая. И для 67 уровня, хочу сказать вам, все очень просто здорово. И на этом все. До новых встреч.